Чем пристальнее мы всматриваемся во Вселенную, тем сильнее ощущаем привязанность к родной Земле, поражаясь ее удивительному облику и бесконечному многообразию жизни. И чем сильнее мы любим нашу Землю, тем больнее отзывается в сердце все, что наносит ей большой или малый вред. Наша планета уникальна. Можно сказать, она вращается на счастливой орбите. Ведь окажись Земля ближе к Солнцу, испарились бы реки и океаны, высохли травы и деревья, планета превратилась бы в мертвую пустыню. Отодвинься Земля дальше от Солнца, и жуткий холод сковал бы все, что способно двигаться, дышать, жить. Планета превратилась бы в мертвую ледяную глыбу. Правда, и на нашей Земле у Северного и Южного полюсов огромное пространство, покрытое вечными льдами. Но даже в этих суровых краях, где остро недостает солнечного тепла, идет своя жизнь. Наши современники все дальше и дальше проникают в северные широты, все активнее изучают Ледовитый океан. Его холодные таинственные глубины, строение ледяного панциря. И все это для того, чтобы природные кладовые, упрятанные в Заполярье, служили человеку. На Земле столь же огромное пространство, где солнечного тепла как раз в избытке. Зато не хватает воды. И все просит пить. Однако и здесь течет по-своему жизнь. Пустыни не пусты. И люди трудятся под знойным солнцем, и воду научились добывать, и беречь каждую каплю. А вода есть, но высоко в горах. Вновь и вновь поднимаются к заоблачным вершинам ученые-глециологи. Их интересует, как перемещаются ледники, как они тают, каковы запасы пресной воды. Добытые в горах сведения помогают людям разумно распределять драгоценную воду. Напоить хлебные нивы,
хлопковые поля, риксовые чеки. Немыслима жизнь без солнца, без воды, но немыслима она и без воздуха. Голубая атмосфера, живительная оболочка Земли. Но солнце неравномерно нагревает нашу планету, и над ее поверхностью происходит постоянное перемещение теплых и холодных воздушных масс. И мы нередко становимся свидетелями страшных стихийных бедствий. Чтобы стихия не заставала человека врасплох, метеорологи ведут постоянное наблюдение за атмосферой. Одни приборы измеряют температуру и влажность воздуха, другие — скорость и направление ветра. Третьи сообщают по радио состояние высоких слоев атмосферы. Ценная информация поступает на Землю с космических орбит. Данные обрабатываются, составляются карты погоды. А в них нуждаемся все мы. И прежде всего те, кто работает под открытым небом, кто находится в пути. Очень важно вовремя предупредить население о возможных коварствах стихии, обо всем, что может угрожать посевам, будущему урожаю. Гибнет урожай, гибнут люди. Вот страшные цифры. Каждый день в мире умирает от голода 40 тысяч человек. Все чаще и чаще ученые задаются вопросом, как повысить плодородие Земли. Если всмотреться в кусочек почвы, можно обнаружить в нем различные минералы, бактерии, целый мир, который живет по своим законам. Эти законы надо понять, чтобы умело воспользоваться землей на благо человека и не во вред самой земле. География изучает не только сушу, но и мировой океан. Еще недавно люди просто черпали из моря готовые продукты. Рыбу, моллюсков, водоросли. А сегодня учатся вести подводное хозяйство. Создают морские огороды,
Целые фермы. Как бы ни было велико море, а состоит оно из капель. И в каждой различные соли, ценные металлы. В каждой капле все тот же удивительный живой мир. Одни ученые вглядываются в микромир, другие изучают жизнь всего океана. Для этого построены специальные исследовательские суда, такие как «Витязь» и подводный «Аргус». Поэтому и сегодня совершаются все новые и новые географические открытия. Вот дно Тихого океана. А вот так оно выглядит на карте. Настоящие горные хребты. Изучая океан, мы лучше стали представлять себе общий лик Земли, историю ее развития. Земная кора нигде и никогда не бывает спокойной, особенно в горах. Угроза землетрясений постоянно преследует человека. Это ищет выхода внутренняя энергия планеты. Извергаются вулканы, текут раскаленные реки. Изучить причины таких грозных природных явлений пытаются геофизики. Посылая вглубь Земли звуковые сигналы, они постепенно выявляют картину внутреннего строения планеты. Представляется сегодня ученым наша Земля в разрезе. В ее раскаленных слоях происходит постоянное перемещение вещества. В этом одна из причин передвижения материков. Они как бы путешествуют по планете, только в течение долгих миллионов лет. Эти передвижения продолжаются и сегодня, вызывая землетрясения, извержения вулканов. Прислушиваясь к голосу Земли, сейсмологи учатся опережать трагические события. Стремятся заглянуть вглубь Земли и геологи. Они ищут скрытые в ней залежи нефти,
газа, металлических руд. И обычный камень, который нам кажется холодным и мертвым, может им многое о себе рассказать. И откуда он взялся, и что в себе содержит, и сколько ему лет. Все больше и больше разнообразного сырья требует промышленное производство. Своей пищи требует тепловая станция, завод, домна. Работает огонь, работает вода, работает воздух. И вот уже в промышленных центрах некоторых стран человеку нечем дышать. Приходится пользоваться кислородными скафандрами. Если процесс загрязнения оставить бесконтрольным, может возникнуть угроза самому существованию человека. Чтобы этого не случилось, современная география в союзе с другими науками ищет новые пути исследований. Сегодня мы наблюдаем и изучаем природу не только на Земле. Цветные изображения, полученные со спутников, рассказывают нам об изменении теплых и холодных, сухих и влажных мест на планете. Мы должны знать свою планету, учиться разумно и бережно пользоваться ее богатствами. А главное, мы должны любить нашу Землю, на которой живем.